Вы влюбитесь в этот рецепт, как приготовить чизкейк карамельный по-домашнему со сгущенкой, потому что это невероятно вкусно, нежно и совсем просто, а еще готовится без выпечки. Попробуйте. Форму лучше взять не больше 18-20 см диаметром, чтобы чизкейк получился высоким. Творог я использовала домашний, он должен быть не кислым и с высокой жирностью. Это потрясающий десерт для взрослых и детей. В конце видео мы расскажем, какие продукты потребуются. 1. Песочное печенье перебейте блендером в крошку, добавьте грецкие орехи, доведите все до однородной консистенции. 2. Растопите сливочное масло, добавьте в него крошку и перемешайте. 3. Застелите форму пергаментом, выложите и утрамбуйте в нее получившееся тесто, сформируйте высокие бортики, поставьте форму в холодильник на 30 минут. 4. Залейте желатин холодной водой, оставьте его до набухания. Вкусняшки, подписавшимся. 5. Творог смешайте с вареной сгущенкой и перебейте блендером до однородной кремообразной массы. 6. Растопите желатин в микроволновке, отправьте к нему ложку творожной массы, перемешайте и верните в миску с творожной смесью. 7. Выложите начинку в форму и отправьте в холодильник на 3 и больше часов, а лучше, на ночь. 8. Украсьте чизкейк шоколадной крошкой, извлеките из формы и подавайте. Вкусняшки, подписавшимся. Ингредиенты. Вареное сгущенное молоко, 300 грамм. Желатин, 30 грамм. Масло, 160 грамм. Орехи грецкие, 40 грамм. Орехи грецкие, 40 грамм. Печенье песочное, 250 грамм. Творог, 750 грамм. Вода, 70 миллилитров. Шоколад, 70 грамм. Для украшения. Количество порций, 5-7. Палец вверх или вниз. Комментируйте, подписывайте. Всем добра, заходите еще.